Из-за схода лавины в Курагинском районе на несколько часов закрыли автомобильную трассу. К счастью, обошлось без пострадавших. ЧП произошло на 27-м километре дороги Курагина-Черемшанка. По сообщениям спасателей, сошло около 400 кубометров снега. На расчистку участка была направлена техника из Курагина. В МЧС говорят, это уже пятый сход снега за эту зиму в этом месте. В феврале в гористой местности почти повсеместно сохраняется лавиноопасный период. Сейчас движение на трассе восстановлено.